Что, друзья, идем вот сюда. Нет, вот сюда, вот сюда.
перевалило все наши ожидания, было очень круто. Мы даже за 2.5 часа не успели побывать во всех зонах, не успели везде сфотографироваться. Стоит своих денег, стоит сходить. Были в подобном месте в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге нам не понравилось. Не стоит своих денег, а здесь очень круто. Будьте. 1200 за человека взрослого, за ребенка бесплатно. До скольки-то лет? До 5 вроде бы. На сайте посмотрите или в Инстаграм оставим ссылку. Точно идти. Оставим ссылку в комментариях. Это не реклама, это от души. Пока.